Новый год на пороге. Настало время сюрпризов и подарков. Полсотни ульяновских школьников отправились на кремлевскую елку. Билеты на торжество получили самые старательные ученики. Отличники учебы, лауреаты конкурсов и олимпиад собрались во Дворце творчества детей и молодежи. В добрый путь их отправил председатель правительства Александр Смекалин. А такого мечтает, наверное, каждый ребенок посетить главную елку страны. Но мечтает каждый. Но для того, чтобы попасть туда, это нужно заслужить. И вы это сделали. Каждый из вас уникальный, каждый из вас звездочка в большом созвездии нашего региона. Одним из счастливчиков оказался ученик Корсунской кадетской школы. Пятиклассник Владимир Решетов получил заветное приглашение в начале декабря. Юного кадета наградили за победу в соревнованиях по карате и за разработку патриотического проекта, посвященного хлебу. Новости поездки на елку мечты Володе принесла его мама. Я позвонил маме, она говорит, ты знаешь, что ты едешь куда-то? Я сказал, нет, не знаю. Она говорит, ну вот, я тебе когда на выходные заберу, скажу тебе. Я сказал то, что ладно. Потом на выходные я приехал, она сказала, ты едешь на кремлевскую елку. Так я узнал. И что ты испытал в душе? Большинство эмоций. Сначала волнение. Ребят проводили как следует. Для них приготовили выступления артистов и веселые конкурсы. Без подарков тоже не оставили. Всем, кто отправляется в путь, подарили рюкзаки с праздничной символикой. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.